же они умирают. Конечно, нет. А что умирает тогда? Наше сознание вечное, по-любому. Ну, как минимум 90% уверены людей, находящихся здесь. Это значит, что наша душа жила на разных планетах, в разном теле. Некоторым людям это тело вообще, они его зарисовывают татухами, оно им не нравится. Они жили раньше в другом теле. Ну, вы поняли, да, о чем я же? Ну да. Душа, она как бы переселяется, путешествует. Вы поближе, а то плохо слышно. Ну, душа путешествует. И что, а тело что тогда? Вот мне просто идея зацепила, что им не нравится жить. Ну, то есть оно им мешает. Ограничивает их, да, тело, да? Да, ограничивает. То есть они чувствуют, как бы, как тюрьма, да, получается? Да. А как выйти из тюрьмы тогда? В чем, как бы... Нет. Из этого лабиринта выход в чем? А, смотрите. Надо правильные татухи набить. Есть ветки, по которым мы, типа, у нас есть варианты пути. Варианты пути, типа, есть. Ну да, да, лабиринт же, вон, как бы. Да, но мы выбираем путь еще и сами. Наша душа выбирает сама путь. Мы можем продумать так, что я умру здесь. Через день, завтра, там-то и там-то. Это все сбудется. И я... Еще это я все как бы продумал, что я буду жить на другой планете. То есть, и все. То есть, вы четко знаете, что это тело... Если я... мечты сбываются, знаете? Мечты по-любому сбываются. Ну, мы уже... Мне 20 лет, я убедился в этом. Вам 20 лет? 24. А, ну так я тоже... Я убедился в том, что мечты сбываются. То я думаю, что люди, кто постарше, точно должны были убедиться. А у вас это что, меч вот это, да? Самурайский меч? Нет, а, вы умеете что-то изобразить? Да. То есть телу становится легче, да? То есть хотя бы... Это? Не да так... нет, это для природы идеальная вещь. Когда с птицами сидишь там, еще берешь на речке, где жабы квакают. Вот ты попадаешь, твоя душа просто вылетает мгновенно под такую музыку. Как оно? В транс. Люди сейчас ходят в транс. Сейчас их душа покинула тело. То есть наша душа может путешествовать туда-сюда. Да, то есть это тоже выход из тела, то есть некая свобода, да? Да. Да. То есть можно не бить татухи, а можно на флейточке сыграть и выйти, да. Вот хотя бы освободиться. Не да? Надо, конечно. Ну, все здорово. Да, и самое главное не верить, а знать, что наша душа есть. И все. И если ты знаешь, что у тебя есть душа, значит она вечная. Потому что душа это не материальное тело. Это бессмертное вечное. Но это не материальное тело, это 100%. Мы не умираем. Понятно. Жизнь продолжается, да? Да. Может быть в другом теле или вне тела, но. Да, можем быть вне тела. Все, то, что, спасибо, типа, нам спасибо. Сказали там. Так это просветление у вас получается? Рай или ад, знаете, это временные. Ну да. Между. По факту. То есть вот это знание, это есть просветление, да, получается? Вот это просветление, да, это когда знание просветление. Ну да. Что ты не сомневаешься, это четко. Этаж, то есть страха смерти уже нету, да? Конечно, нету. Все. Это элементарно. Спасибо, мы уже будем меньше так бояться. Это все знают. А кого благодарить, как ваше имя? Я Данил. Данил, все, спасибо, да, Данил, за откровение. Простите, нам это немножко облегчило, повеселило. Нет, так получается. Есть еще секрет? У вас давай. Много энергии, полюбаться. Меня? Я вылетел только что. Мне легко было эту информацию добыть. Ну, спасибо. Просто вот так. А что мне с этой энергией делать тогда? Вот это тушу иногда. А может, мне на флеточке надо научиться играть, может быть, да? На флеточке надо, да. А еще радоваться, жить жизнью и не продумать хуевых ситуаций. Плохих. Ну, я понял, да. Плохих ситуаций в своей жизни, и все будет идеально. То есть, если ты продумаешь, если хорошее, я могу продумать, я говорю, что я буду сейчас жить на другой планете. Себе, по факту. Ну, по тем знаниям, которые я знаю, я могу себе продумать жизнь нормально. Ну, да. Могу продумать, сейчас будут у меня... Так, эта энергия, она материализует вещи. Материализует и притягивает людей. А еще дает возможность телепатическому общению, читанию мыслей, телепортации, то есть... Разные бывают феномены. Да, то есть можете выйти из тела и прямо в другом месте себя увидеть. Ну, материализовать в другом месте. У меня столько может быть энергии, если я ее своим сознанием... То есть сознание надо расти. Либо оно маленькое, вот такое душа, либо она большая, и это очень много энергии. Здорово.
надо развивать сознание. А развиваю, думать надо. Вообще, будь у меня сознание чуть побольше, я сразу начну регулировать погоду хотя бы, чтобы на фестивале побыстрее как, уже. Как мне это видяху увидеть? Потому что я не всегда на. Я никогда на камеру, у меня такие. А я в YouTube заливаю, в YouTube или в Фейсбуке. Это как словесный понос. А ты в Фейсбук? Тебе как лучше, Фейсбук или YouTube залить могу? YouTube было бы идеально. Ну тут видишь, как здорово там. Я с YouTube. О, так. Ну нормально у тебя камера.